Что за черт? Это же... Он же из поисковой группы. Бейкер. Командир группы. Одна пуля прямо в голову. Садисты. Тот, кто это сделал, явно наслаждался процессом. Кто-то хотел перекрыть выход наружу. Или внутрь. Алло? Черт. Кто это был? Это еще кто? Как и тот, что из поисковой группы. Thank you.
Какого черта? За хрень. Так, кажется, оторвался. Да ты просто издеваешься! Так, ладно. Что за хрень тут творится? Вот бы ты мне раньше попался. Может, это нужное место? Лили, надеюсь, ты здесь. Во что же я впутался? Кидман. Себастьян, где ты был? Мы потеряли тебя. Без понятия. Но это ни хрена не мирный городок. Здесь творится что-то неладное, Кидман. Бейкер мертв. Вокруг бродит убийца. И все это очень напоминает то, что происходило в маяке. Во что ты меня втравила на этот раз? Я не знаю. Нам ничего не известно. Бейкер был командиром группы. Если он погиб, страшно подумать, что с остальными. Продолжай поиски. Чем больше я узнаю, тем лучше смогу помочь. Да, конечно. О, бедный сукин сын. Бросили здесь гнить. Не волнуйся, Себастьян. Это просто маленький тихий городок. Ага. Слишком тихий. Надо есть. Ешь. Привет! Эй! Неужели не слышала? Надо проверить.
Здрасте! Надо есть. Кожа до кости. Ешь. Надо есть. Доедай. Надо есть. Кожа до кости. Я сказала, ешь! Вот так. Что за... Господи. Кейдман. Быстро ты. Узнал что-то новое? Да, узнал. Все это и правда очень похоже на маяк. Здесь люди превращаются в монстров. Черт, что же там произошло? Я не знаю. Но это значит, что Лили могла не просто потеряться. Себастьян. Брось, Кидман. Я справлюсь. Я найду ее. Это еще что? Из Мёбиуса. Кто-то из них уцелел. Плохо. Эти твари буквально повсюду. Надо в дом вытрясти из парня информацию. Вашу мать. Я
Надеюсь, выдержит. Не подходи ближе! Ладно, успокойся. Не стреляй. Я тебя не трону. Видишь? Можешь опустить пушку. Я на твоей стороне. Ты не из Мёбиуса. Хоть ты и не из этих тварей, но это еще не значит, что ты на моей стороне. Верно. Я не из Мёбиуса. Но это они меня прислали. Ты видел тварей снаружи? Что они могут? Да, видел. Тебе повезло, твой напарник пожертвовал собой, чтобы ты мог удрать. Не напарник. Он был из службы безопасности Юниона. И защищать меня его работа. А моя работа – починить систему. Мне не платят за то, чтобы я тут сдох. Я не солдат. Я техник. Я знаю. Стой! Стрелять буду! Солдат снял бы с предохранителя. Говорю же, мы на одной стороне. Попробуем еще раз. Я Себастьян Кастелланос. Я О'Нил. Лиам О'Нил. Значит, ты не из Мёбиуса, но тебя забросили сюда. Зачем? Я ищу свою... Я ищу, как отладить ядро. Как и ты. Да? Но желаю удачи. Я пас. Буду ждать, пока нас не извлекут отсюда. Никто тебя не извлечет, пока не найдут Лили. Что за Лили? Пойми, мы все застряли здесь, пока не отыщем ядро. Поможешь мне? Если предлагаешь пойти с тобой, на меня не рассчитывай. Это убежище, и я не собираюсь его покидать, ясно? Но я дам тебе наводку. Я засек неподалеку сигналы, резонирующие с частотой ядра. Мы искали их источник, когда на нас напали. Вот, послушай. Голос, как у маленькой девочки, да? Тихо. Это она? Ядро? Думаю, да. Но мой коммуникатор поймал множество странных сигналов за то время, что мы здесь. Доберешься до источника, будешь знать точно. И как это сделать? Поймай сигнал на свой коммуникатор. Когда выйдешь отсюда, сам поймешь. Вероятно, ты поймаешь и другие сигналы. Можно будет найти их источники и узнать... Нет-нет. Сперва ядро. Другого пути выбраться отсюда нет. Как хочешь. Свяжем наши коммуникаторы. Я сообщу, если что-нибудь найду. Ладно. Пожалуй, это можно. В группе вас было пятеро? До нас сюда отправили еще команду охраны. Ну, да. В поисковой группе, да, пятеро. Постой. Ты сказал, было? Я нашел Бейкера. Он мертв. Ха. Неудивительно. Он засек мощный сигнал и пошел проверить. А я говорил, что нужно попросить извлечения и сообщить о наших находках. Остальное не наше дело. Но он не слушал. Как же, командир группы. Должен быть храбрее всех. На самом деле, от храбрости до глупости один шаг. Согласен. От осторожности до трусости тоже один шаг. Не надо передергивать. Меня не радует его смерть. Я что, по-твоему, совсем скотина? Надеюсь, остальные целы?
Я сообщу, если найду кого-то еще. Правда сообщишь? Спасибо. Я буду рад. А здесь опаснее, чем я думал. Не знаешь, где можно добыть оружие и припасы? Я пытался тебе рассказать, но ты не хотел меня слушать. Ну, теперь слушаю. Я перехватил разговор двух охранников Мёбиуса, которые говорили о схронах с оружием. Найдешь их, пополнишь запасы. Может, охранники живые помогут. Я подумаю. Да ладно, я здесь один, и мне нужна защита. Если бы ты не позволил своему защитнику подохнуть... Хватит уже. Я отмечу сигнал на твоем коммуникаторе. Захочешь, проверишь. Мне плевать. Эти твари довольно крепкие. Приходится тратить много патронов. У тебя есть что-то помощнее? Здесь нет, но снаружи можно будет найти. Здесь должно было быть мирно. Но Мёбиус и пушки всегда вместе. Не знаешь, где мне найти эти самые пушки? Там сплошной бардак. Вряд ли ты найдешь готовое к бою тяжелое вооружение. Но я видел что-то приличное рядом с брошенным БТРом. Я отмечу точку для тебя, но ты поосторожней там. Вокруг шаталось столько этих тварей. Значит, ты здесь уже неделю сидишь? Неужели так долго? Плохо. Здесь время идет по-другому. Мы думали, что быстро управимся. Типа, я буду дома к ужину. Но это место вообще ни на что не похоже. В смысле? Когда ядро идет в разнос, всегда сбои бывают, но... Сейчас творится черт знает что. Здесь все распадается на куски. Есть излучатель стабильного поля, но он работает неправильно. Что за излучатель стабильного поля? Если тебя послал Мёбиус, ты должен это знать. Сразу становится легче. Что за... Что это было? Какого черта? Эй! Выпустите меня! Детектив Кастелланос. Какая приятная неожиданность. С возвращением. Снова вы? Как вы сюда попали? Я могу задать вам тот же вопрос. В любом случае, приятно заглянуть в знакомые глаза. Даже если эти глаза слишком много повидали. У вас усталый вид, детектив. Надеюсь, я смогу вернуть вас в норму. Совсем как раньше. Я не понимаю. Это место... Вы совсем как в маяке. Но ведь это не маяк, это Юнион. Правда? Здесь все такое знакомое. Эти стены, этот стул... Вы? Для меня будто совершенно ничего не изменилось. В моем кабинете располагающая атмосфера, но не стоит здесь задерживаться. Как я могу привести ногти в порядок, если вы не даете мне закончить маникюр?
Ладно. Посмотрим, смогу ли я поймать нужный сигнал. Их слишком много. Хватит ныть, Джеймс. Мы бывали в переделках поменьше. И мы лучше вооружены. Или будем, когда доберемся до припасов. Пошли. Нам крышка. Их слишком много. Хватит ныть, Джеймс. Мы бывали в переделках и похлеще. И мы лучше вооружены. Или будем, когда доберемся до припасов. Пошли. Это и есть сигнал, о котором говорил Анил. Хватит ныть, Джеймс. Мы бывали в переделках. Слишком много. Хватит ныть, Джеймс. Если так пойдет дальше, от Юниона скоро ничего не останется. Нужно найти тот сигнал. Их слишком много. Хватит выйти. Эти твари стащили тела в одну кучу. Но зачем? Связи с Мёбиусом нет. Мы потеряли контакт. Я объявляю ситуацию Альфа-1. Ты знаешь правила. Альфа-1? Ты серьезно? А что насчет команды техников? Хрен с ними. Пусть сами разбираются. Мы не морские пехотинцы. Своих не бросаем здесь вообще ни хрена не значит. Тебе что-то не нравится? Смеешься? Я давно мечтаю сорваться с привязи. Надоело пасти техников и бегать туда-сюда. Хорошо. Давай вскроем тайники с оружием, загрузимся и свалим. И вынесем всех подряд к чертовой бабушке. Неважно, кто перед нами, человек или монстр. И что это было? В любом случае, похоже, они были здесь. Но куда они делись? А? Еще сигналы. Не уверен, что хочу с этими встречаться. Судя по разговору, они сорвались с катушек. Хотя... оружие лишним не будет. Что это? Это у каждой заначки кишат эти твари. Черт! Как добраться до припасов, когда у каждой заначки кишат эти твари? Это должно помочь. Теперь вы отсюда не выберетесь. Джеймс, это Райан, ответь. Удалось запереть толпу тварей в помещении под автомастерской.
Иду к туристическому центру. Джеймс, ты слышишь? Черт. Тут в подвале есть какие-то припасы? Нужно спуститься вниз. Эти детали подойдут к сломанной снайперской винтовке. Вы что-то принесли с собой. Ключ? Отлично. Некоторые ключи открывают двери восприятия. Но этот не такой. Этот ключ попроще, но тоже полезный. Не бойтесь. Открывайте. Открывайте.
От содержимого больше пользы в ваших руках, чем тут, в заперти. Давно я такого в руках не держал. Боже, прости меня. О, Господи, умоляю. Я согрешил, но только не это. Умоляю я. Боже, прости меня, мои грехи. Боже, прости меня. Пожалуйста. Умоляю, Господи, прости меня. Здрасте. Боже, прости меня. Все нормально? Боже, Боже, прости меня. Боже, Боже, умоляю тебя. А падры, похоже, не из слабаков. Даже ты, Джеймс! Найди себе другое угол! Так, двери заперты, окна в порядке. Электричество отключено. Никто не проберется. Даже ты, Джеймс! Найди себе другое убежище! Этот дом заперт! Понятно тебе? Черт, что за дерьмо? Я на такое не подписывался. Все в порядке. Должно быть в порядке. Ты в безопасности. Нужно переждать. Что это за звук был? Как это? Как оно здесь оказалось? Что за чердаки? Нет! Я смотрю, вам снова нужна моя помощь. Кажется, тут понадобится пароль. Thank you.
Это была Лили? Лили! Ты здесь? Это я! Куда она пошла? Лили, все хорошо. Это я. Черт. Так, спокойно. Как попасть внутрь? Это ее кукла. Лили была здесь. Господи, она в беде. За нею гонятся. Нужно посмотреть снаружи, куда выходит это окно. Ладно, Лили, куда же ты убежала? Какого? Еще сигнал. Хорошо. Я иду, милая. Держись. Еще разочек.
кровь. Не меньше пары дней прошло. Надеюсь, это не кровь Лили. Слава Богу. Следы. Но чьи же они? Похоже, она тут пряталась. Наверное, побежала на склад. Умница. Там наверняка есть где спрятаться. Я ж, по-моему, прокачивал фишку, которая позволяет из-за угла долбить. А как это? Почему он не сработал? К стене как прижаться? Хороший вопрос. Ладно. Немного пострадали, потратили потрошек. Вон, хотя бы здесь не те толстые. Привет. Можно было бы сказать штана, но это не она, конечно, поскольку тех, кто здесь, мы знаем. То есть та, которая здесь должна сейчас быть. Это одна из сотрудниц. Ой, а ее тут, оказывается, и нету. На самом деле-то. Это не ты, крошка. Красный гель, непонятное вещество красного. Классно. Инструмент мы оружие какое-то там улучшаем, а красным гелем дополнительные ветки открываем. Надо быть потише, что за тварь идет за мной. Надо быть потише. Что за тварь идет за мной? Это призрак? Совсем не похоже на остальных. Что происходит? Я не могу с этим справиться, я не могу.
туда пост. Ты со мной не идешь? Ты ведь знаешь, как с компьютера открыть туда доступ? Что? А ты со мной не идешь? Нет времени. Я двину в автомастерскую за припасами. Как закончишь, иди к туристическому центру. Он идет. Стены не остановят его. Двери не остановят его. Ничто не остановит. От него не спрятаться. Он идет. Этот звук не похож ни на что. Что происходит? Холодно. Какого хрена происходит? Оно идет за мной. Надо отсюда выбираться. Здесь должен быть выход наружу. Мне что, все это привиделось? Нет. Это было... Что это было? Все по-настоящему или только кажется? Доступ. А ты сам... Компьютер открыт, туда доступ. Что? А ты со мной не идешь? Нет времени. Я отвину вас. Ты ведь знаешь, как компьютер открыт, туда доступ? Что? А ты со мной не идешь? Нет времени. Я двину в автомастерскую за припасами. Как закончишь, иди к туристическому центру. Так, а туда-то зачем? Я говорил людям, которых встречал, чтобы они шли туда и прятались. Надо с ними разобраться, пока это просто испуганные гражданские. Их проще прикончить сейчас, до того, как они превратились в чудовищ. Хорошая идея. Новый сигнал. Джеймс, где тебя черти носят? Дуй к туристическому центру. Ты мне не поверишь. Туристический центр. Это что, для меня? Узнаю этот стиль. Снова он. Давай со мной, я могу вывести тебя отсюда. Чувак, ты что, совсем? Слушай, парень, просто отпусти меня. Я отведу тебя в безопасное место. У нас есть припасы. Давай со мной, я могу вывести тебя отсюда. Безопасное? Кому интересно, безопасное? С какой стати мне уходить отсюда? Тут все на стадии творения. И скоро станет идеальным. Все, что нужно, это мое вдохновение. И твоя кровь. Чувак, ты что, совсем рехнулся? Не дергайся. О, черт! О, черт! Помогите! Помогите мне! Да не дергайся ты! Итак, займемся искусством. Не повезло, Райан.
это он называет искусством? Кровавая расправа. И камера, снимающая останки жертвы. Еще один коммуникатор. Наверное, Райана. Эти тоже из Мёбиуса. У них может быть что-нибудь полезное. Черт, куда он делся? Что за чертовщина? Мерзость. Я смотрю, вам снова нужна моя помощь. Я смотрю, вы вернулись, и вас нужно привести в форму. Вы приближаетесь к своей цели. Я это чувствую. Моя дочь. Она где-то здесь, внутри. Да, и вы исполнены решимости ее найти. Я чувствую, что вы изменились. Усилим эти изменения. Я дам вам инструменты, которые помогут ее найти. Мне эта штука нужнее, чем тебе. Еще одна кукла. Где же Лили? Неплохо. Возьму. Это он. Убийца с камерой. Этот сукин сын схватил мою дочь. Я опять опоздал. Черт! Успокойся. Думай. Мне нужно ее спасти. Коммуникатор больше не ловит сигналов. Нужно искать по-другому. О, Нил. Не знаю, можно ли ему доверять, но он хочет отсюда выбраться, а я найти Лили. О, Нил, это Себастьян. Ты меня слышишь? Себастьян, ты? Я плохая. Черт, да что ж такое? Может, снаружи будет слышно? Где Лили? Нельзя дать ему уйти.
Эй! Ты! Девочка! Где она? Хватит, слабо сказано. Черт, снова ушел. Надеюсь, я смогу связаться с Унилом. О'Нил, это Себастьян. Ты еще жив? В смысле, ты жив. Хорошо. Ты нашел ядро? Нет, но я видел, у кого оно. У этого гада просто невероятная сила. Но я упустил его. Ну, с этим я могу тебе помочь. Я засек одну новую частоту. Ее источник в мэрии. Отлично. Где это? Посмотри наверх. Видишь здание с часовой башней? Да. Это оно. И как, черт возьми, я туда доберусь? Так не расскажешь. Возвращайся, я объясню. Хорошо. Уже иду. Ты удачно добрался. Не уверен, что слово «удачно» подходит, но да, добрался. Так, теперь расскажи, как попасть к мэрии. У Юниона есть что-то типа закулисья, чтобы работники Мёбиуса могли втайне за всем наблюдать. Там многое уцелело, и по переходам можно попасть в разные места. Но куски города плавают в небе. Как там могут быть тоннели? Не тоннели, переходы. Ты входишь и выходишь из них с помощью фазового сдвига. Мы зовем эту систему «сеть». Она на другом, незримом уровне. Звучит как полный бред. Неважно, бред или не бред. Главное, что работает. Но это лабиринт. Свернешь не туда, попадешь совсем на другой конец города. Где эта самая сеть, которая выведет меня к мэрии? И кто только все это выдумал? Я отмечу, где узел. Это в северном убежище. Похоже на обычный компьютер, но только с виду. Я дам тебе пароль для активации. Войдешь, двигайся по отметке к выходу Б2. Он и выведет тебя к мэрии. Мог рассказать и по коммуникатору. Ну да, а вот это не смог бы отдать. Переходы в порядке. Но инфраструктура Юниона разрушается. Есть данные, что по пути к выходу Б2 произошла утечка газа. И там без противогаза не выжить. Смертельно опасный газ? Спасибо, что худшее приберег напоследок, Анил. Судя по тому, что я тут видел, это еще не самое худшее. Не продолжай. Что-нибудь еще тебе рассказать? Кстати, почему ты решил, что сигнал идет от того, кого я видел? Связь дурила, когда я пытался связаться с тобой. Что-то создавало помехи, и частота была очень странной. Сигнал шел со склада, где был ты. Перед твоим звонком сигнал исчез, и бац! Появился в мэрии. Ты сказал, что этот мужик силен, и ты потерял его. Логично, что он и есть источник сигнала. А какую его силу ты имел в виду? Он призывал этих тварей, словно мог ими управлять. А потом он просто телепортировался. Я видел такое, когда был в СТЭМ. Но всех в Юнионе проверили, прежде чем отправить в СТЭМ. И психопат сюда попасть не мог.
Но я же попал. Меня не проверяли. Ты не психопат. Или... Почему он решил обосноваться в мэрии? Наверное, из-за излучателя стабильного поля, который мы установили там. Черт, да что за излучатель такой? Устройство, временно стабилизирующее пространство СТЭМ, чтобы оно не распадалось. Оно менее эффективно, чем ядро, и используется лишь в экстренных случаях. По-моему, оно не работает. Ага. По прибытии мы отправили Харрисона с охраной настроить его. Надеюсь, они живы. Может, пойдешь со мной? Если я найду Лили, мы сможем выбраться вместе. Ни за что. Я выйду из убежища, только чтобы покинуть Юнион, или если меня заставят. И кто вообще эта Лили, о которой ты все время твердишь? Лили — моя дочь. Она ядро. Тогда понятно, почему ты так ее ищешь. Мне нужна твоя помощь. Я буду помогать тебе отсюда, а наружу не ногой. Она совсем маленькая. Я знаю. Но попытки вас звать к моей человечности тебе не помогут. Прости, со мной это не работает. Да уж, я заметил. Наверное, пора сообщить обо всем Кидману. Кидман, ты меня слышишь? Отлично слышу. Есть что-то? Хорошие новости. Я нашел Анила и обнаружил след, ведущий к Лили. Отлично. Плохие новости. Юнион буквально разваливается на части. Там полно монстров и трупов. А, и тот психопат, о котором я говорил. Тот, что с невероятными возможностями. Лили у него. Я собираюсь войти в сеть, о которой ты, кстати, мне не сказала. И найти его. Прости, у нас не было времени, чтобы все тебе рассказать. Но мы не знали, что все так плохо. Здесь все как в маяке. Нет, даже хуже. Потому что в маяке не было моей дочери. Ладно, успокойся. Надеюсь, что смогу тебе помочь. Что известно об этом человеке? Мужчина. Примерно 1,80 м. Черные волосы. Похоже, воображает себя художником. Маловато данных. Это я и сам понимаю. Я направляюсь в мэрию. Свяжусь с тобой потом. Сеть. Вот тот компьютер, о котором говорил Анил. Попробую ввести пароль. Может, это карта всего Юниона? Какой же он огромный. Похоже, они продолжали проектировать районы Юниона. Похоже, здесь тоже все пошло наперекосяк. В данный момент активирована блокировка. Отключите блокировку, настроив нужную частоту на коммуникаторе. Ладно, попробуем. Блокировка отключена. Подождите, система перезагружается. Ожидайте. Зона отдыха. Блокировка отключена. Система перезагружается. Исследовательский центр. Блокировка отключена. Система перезагружается. Отдел безопасности. Блокировка отключена. Система перезагружается. Надеюсь, это все. Патроны надо поберечь. Перезагрузка системы завершена. Блокировка полностью отключена. Господи, ну и вонь. Значит, вот где утечка газа. Спасибо, Анил. Я бы и правда не выжил без противогаза. Прямо лабиринт. Взрывоопасно. Черт. Здесь нельзя будет стрелять.
Надеюсь, это сработает. Единственное, в этой игре есть окно. Что за хрень? Не уверен, что я готов, но отступать уже нельзя. Еще один чудесный денек. Еще один чудесный денек. Не припомню, когда в последний раз был дождь или холод. Здесь всегда так хорошо. Мне очень повезло, что я родился и вырос в Юнионе. Никогда отсюда не уезжал. И не хочу. Я собираюсь тут умереть. Чувствуешь запах? Так пахнет весна. Здесь повсюду такие клумбы и цветники. Ничего, я доберусь до тебя.
Кто это? Все хорошо. Ты Харрисон, да? Я не из них. Кто ты? Не бойся, меня послал Анил. Я думал, что больше никого не осталось. Я ищу ядро. Где она? Она здесь? Второй этаж. Излучатель стабильного поля. Излучатель? Да плевать на него. Я должен найти ядро. Нужно включить излучатель. Он стабилизирует среду. Иначе Юнион распадется на куски. И ядро уже не поможет. Включи. Излучатель снизит его силу. Его силу? То есть... Возьми. Это чтобы включить излучатель. Еще один из группы мертв. Жаль, что я не узнал от него больше. Не бойся, Лили. Я все равно найду тебя. А это что? Камера просто древняя. Это неспроста. Тикают, но маятник не двигается. Оцени шедевр? Ладно, я сыграю в твою игру, если это поможет добраться до тебя. Настоящий шедевр. Иначе быть не могло. Это же мое творение, как-никак. Смерть, сохраненная в нитрате серебра, как ножка в янтаре. Прекрасно. Подключите терминал с правом доступа. Терминал? Видимо, коммуникатор. Запущен процесс перезапуска. Ты так долго меня разыскивал, и я пришел. Но постой, ты же ищешь не меня, верно? Нет, девочку. Это даже обидно. Но как обижаться? Не только ты стремишься заполучить ее силу. Есть еще кое-кто, куда более достойный. Способный заплатить цену, которая тебе и не снилась. Уж прости, твоя ставка перебита. Страх. Ты излучаешь страх. Это прекрасно. Но это еще не закончено. Меня зовут Стефано. А ты станешь моим шедевром. Ах ты, сволочь! Моя прекрасная... Запущен процесс... Да ты издеваешься. ...перезапуск через 90 секунд.
процесс пойдет. Надо не давать этой твари остановить запуск. Или запуск через 80 секунд. Где-то она. Отлично. Я спас свою шкуру. Но что делать дальше? Если он исчез, то наверняка вместе с Лили. Куда же он ее забрал? Нужно поставить в известность Кидману. Черт. Может, снаружи поймаю сигнал? Проклятие. Лили в руках у этого ублюдка. И нужно начинать все сначала. Мы восстановили контакт с маркером. Наконец-то. Соединяйте. Себастьян. Себастьян, ты слышишь? Кидман. Наконец-то. Ты в порядке? Психопат все еще на свободе. Я запустил излучатель. Это замедлило гада. Но он все равно удрал. Лили у него. Она там одна, ей страшно. Я должен найти ее, пока он не сделал что-нибудь ужасное. Я совсем рядом. Я чувствую. Мы хотим найти ее так же сильно, как и ты. Ага. Еще бы. Чтобы ваш дорогой эксперимент не провалился. Какая трагедия. Столько времени и денег потрачено зря. Я говорю за себя. Не за Мёбиус. Я... много общалась с Лили во время тестов. Она хорошая. Я за нее волнуюсь. Ситуация сложная,
но я верю в тебя. Соберись, мы должны спасти ее. Вместе. Да. Ладно, ты права. Спасибо за поддержку, Кидман. Всегда пожалуйста. Сейчас надо выяснить, куда он ее забрал. Он сказал, его зовут Стефано. Стефано. Поняла. Попробую найти какую-нибудь информацию. Хорошо. А я пока свяжусь с Анилом. Попробуем с ним вместе найти маньяка. Да, хорошо. Если нужна помощь, выходи на связь. И еще... Себастьян. Да? Удачи. Спасибо. Куда же он ее забрал? Кажется, я знаю, куда. Даже и не скрывается. Как будто провоцирует меня. Но если он хочет драки, он ее получит. Надо только туда добраться. О'Нил, это я. Вижу, излучатель стабильного поля работает. Скажи, что ты нашел ядро и уже идешь сюда. Увы, нет. Лили все еще у этого психа. Но я понял, где его искать. Ага, я тоже вижу. Я поймал сигнал из театра. Это в другой части города. Хорошо. Наверное, придется снова идти через сеть. Подскажи мне направление. Сейчас. Похоже, излучатель стабилизировал некоторые проходы. Ближайший к театру выход – Д5. Не знаю, с чем ты там столкнешься. Будь осторожен. Да теперь меня уже ничем не удивишь. Послушай, что ты говоришь, Мира. Лили жива, просто ее похитило тайное общество. Ты понимаешь, как это глупо звучит? Но это правда. Как ты не понимаешь этого? Я знаю, что с этим трудно смириться, Мира. Но она умерла. Наша девочка умерла. Но я могу доказать это. Смотри. Мира, ты зациклилась. Тебе нужен отдых. Потом это пройдет, и ты смиришься. Нет. Я никогда не смирюсь с этим. И если не хочешь мне помочь, я сама узнаю правду. Мира, ты была права. Господи боже, ничего себе тварюга. Может, удастся проскочить мимо? Надо отсюда убираться. Это грёбаное место должно было быть стабильным.
Кто-то следил. Лили. Кто-то собирал информацию о ней. Не с места. Ты из Мёбиуса, да? Я... Заткнись! Ни слова! Ты не из наших. Да, точно. Меня прислала Кидман. Слушай, я пришел помочь. Меня зовут Себастьян Кастелланос. Ты врешь. Себастьян Кастелланос мертв. Что? Нет. Кто тебя наплел? Повернись. Медленно. Ты Юкика Хоффман. Откуда ты знаешь? Я же сказал, меня послали найти мою дочь Лили. Ядро. Я говорю правду. Я знаю. Не понял. Нет микромимики, взгляд не отводишь, не переспрашиваешь. Так что уже понятно, что не врешь. Ясно. Ты штатный психолог. Приходится выживать, как умею. Увы, я не боец. Да уж, ты не одна такая. Прости, что угрожала. Привлекают независимых контрактников? Значит, ситуация лучше не становится. Ты нашел других членов группы? Да, но жив остался только О'Нил. Лиам выжил? Хорошо. Ему удалось стабилизировать пространство? Большой излучатель включен, но тут все равно все разрушается. Думаю, все это из-за психопата, который похитил Лили. Он чувствует себя в Юнионе как дома и может всем управлять. Значит, моя теория верна. Это не просто разрыв соединения с ядром. Психологи стараются зря не использовать термин «психопат». Но в данном случае он подходит. Только клинический психопат может так воздействовать на STEM. Психопатическая личность, пытающаяся с помощью Лили усилить себя. Самый худший из сценариев. Ты же спец. Как посоветуешь действовать против него? Психопаты асоциальны, лишены эмпатии, имеют садистские склонности. Их общее качество – патологический эгоцентризм. Их заботят только они сами. Можешь назвать что-то важное ему? Да. Он воображает себя художником. Только об этом и твердит. Может быть, нужно атаковать его через его работы? Уничтожить что-то ценное для него, выбить из равновесия? Я понял. Но сперва нужно до него добраться. Он прячется в театре. Ясно. Тогда тебе нужен выход D5. Это рядом, в соседней комнате. Соединим коммуникаторы, чтобы быть на связи. Я подниму свои файлы и проверю, нет ли там полезной информации. Мне кажется, мы что-то упустили. И, конечно, его будет очень сложно победить. Используй все, что может пригодиться. Так Лили действительно считает меня мертвым? Или ты просто меня так проверяла? Мне очень жаль, но да, она так считает. Я сама так думала, до сегодняшнего дня. Но я уже научилась с подозрением относиться ко всей информации от Мёбиуса. Было сразу видно, что ты не лжешь. А почему они так поступили? Что же они за чудовища такие? Да, это плохо. Но подумай вот о чем. Для Лили менее травматично считать тебя мертвым, чем знать, что ты жив, но не можешь ее забрать. Да, наверное. Но что будет, когда я ее найду? Не бойся. В этом случае она поверит своим глазам. Если Мёбиус не отправлял в STEM психопатов, как сюда просочился этот тип? Я не знаю. Перед помещением в STEM каждый участник проходит психологическое тестирование. Мы втайне следим за всеми, чтобы уловить признаки психической нестабильности. Ага, с ним это не сработало. К сожалению, диагностировать психопатию и социопатию бывает очень сложно. Психопаты обычно умные и хитрые.
Понимая свой диагноз, они ловко имитируют поведение в границах нормы. То, что этот человек нас одурачил, значит, что он действует умело и осознанно, и это хуже всего. Отлично. Значит, ваши тесты отсеивают только слабых психов. Вина за все, что произошло, лежит на мне. Это я разрабатывала тесты. Ты сказала, вы что-то упустили? Я внимательно изучила материалы по инциденту в маяке, чтобы избежать подобной катастрофы. Тогда виновный во всем и был ядром. Но пространство оставалось относительно неповрежденным. А здесь как будто что-то не так. О чем ты? Странные существа. Разрушение Юниона. Полная потеря связи с Мёбиусом. Это слишком много для одной личности. Пусть даже из силы ядра. Он говорил о ком-то... о человеке, который хочет завладеть ядром. Может быть... Нет. Об этом лучше не думать. О чем? Есть только одно, что может быть здесь сильнее, чем психопат. Но мне нужно сначала проверить эту гипотезу. Ты тут, Кидман? Да куда же я денусь? Что случилось? Я не могу поверить, что Лили до сих пор жива. Пожар. Лили не погибла в пожаре. Теперь ты это знаешь. У меня это в голове не укладывается. Столько лет я жил словно в кошмарном сне. Почему они забрали ее? На свете так много маленьких девочек. Почему они выбрали мою? Я не могу ответить на этот вопрос. Мёбиус забрал Лили до того, как я пришла к ним. Я знаю, ты не веришь в совпадение. Но, может, ты видишь то, что хочешь увидеть? Некоторые преступления просто происходят. Для них нет причин. Просто не тот человек оказался не в то время, не в том месте. Нет, я в это отказываюсь верить. Короче, тебе следует стереть все воспоминания о пожаре. Ты не виноват, что так случилось. И Лили вовсе не погибла в огне. Постарайся не забывать об этом. Кидман, ответь. Я здесь. Когда я впервые увидел Миру, она была в форме. Кажется, я влюбился в нее сразу же. И не хотел себе признаваться в этом. После того, как ее ранили на задании, я уже больше не мог молчать. Она была такой замечательной женой и матерью. Я даже забыл, каким хорошим она была детективом. Она поняла. Она догадалась, что смерть Лили была инсценирована. То есть, что Лили похитили. Я должен был сразу поверить ей. Ты никак не мог вычислить правду, Себастьян. Сам знаешь. Нет! О, Боже! Нет!
Посмотрим. Сейчас либо привидение появится. Что будет на этот раз? Что эта тварь хочет от меня? Что-то не так. Почему эта штука меня преследует? Кого-то проблемы. Может, застану врасплох? Спаситель. Я уж почти отчаялся. Ты из поисковой партии. Как оказался здесь? Искал кое-что. И что же именно? Слушай, здесь опасно. Пошли в убежище, поговорим. Ну, веди. Пойдем. Заходи. Им сюда не добраться. Спасибо за то, что помог мне. Я Сайкс. Себастьян Кастелланос. Кастелланос. Слыхал о тебе. Ты ведь выжил в маяке, так? Откуда знаешь? Я программист ТЭМ, но специалист широкий. Могу взломать базу данных и узнать то, о чем другие не подозревают. Даже члены моей группы. Тогда ты знаешь Лили. Угу. Мы все пытаемся ее найти. Правда, пока безрезультатно. Ты поэтому здесь? Да. Но если помощи от тебя не будет, то и разговаривать нам не о чем. Счастливо оставаться. Эй, подожди! Мы еще можем друг друга выручить. Хорошо бы. Знаешь, тут снаряжение есть. Может, тебе пригодится. Можешь взять все, что тебе нравится. Захочешь узнать, что я предлагаю, возвращайся.
Ладно, я тебя слушаю. Про какую помощь ты говоришь? Ты должен заново запустить сервер в сети. Это проще простого, если только там нет этих выродков. Он расположен здесь. Погоди, погоди, я еще ни на что не соглашался. Мне-то какая в этом выгода? Если сделаешь это для меня, я открою тебе все тайники с припасами. А тебе это для чего? Если ты запустишь сервер, я смогу отыскать другой путь из Юниона. Есть способ выбраться из Юниона? На 100% не уверен. Но хочу попробовать. Они потеряли связь со Стэм. Мы полностью отрезаны. Если не найдем ядро, все здесь погибнем. Если только я не найду выход. Как это возможно? Ты реально хочешь сейчас выслушать кучу технической белиберды? Значит, нужно просто включить его? А почему сервер вообще выключился? Ты включаешь сервер, а я пробую найти выход. Посмотри вокруг. Все разваливается на куски. Странно, что хоть что-то еще работает. Хотя, не исключаю, что Мёбиус отключил его специально. У них много разных аварийных протоколов. Сомневаешься в решениях всемогущего Мёбиуса? Слушай, я не против быть простым сотрудником. Но когда меня хотят пустить в расход, тут я и начинаю искать запасной выход. Смекаешь? Да, смекаю. Ну так ты поможешь мне или нет? Вы сегодня повеселее выглядите. Вы нашли потенциального союзника в этом опасном мире. Не уверен, что это так. Я не знаю, кому можно доверять. И вам в том числе. Очень жаль. Мы столько пережили вместе. Изоляция и недоверие, конечно, не являются симптомами душевной болезни. Но ее побочными эффектами, несомненно. Если будете замыкаться в себе, это лишь усугубит ваше состояние. Вы человек. Вам нужна связь с другими людьми, как растению нужен свет. Больше всего мне сейчас нужна связь с вашей машиной. У меня там еще дел по горло. Вроде получилось. Теперь назад к Сайксу. Знал, что вернешься. Сервер подключен. Да, я уже вошел. Отпер все контейнеры с припасами, как и обещал. Попробую открыть вон тот. Спасибо тебе за помощь. Теперь начинается самое сложное. Ты правда сможешь выбраться из Юниона? Ну, я сделаю все, что в моих силах. Но сперва мне придется прочесать целую тонну данных. Только успеть бы, пока тут все не разлетелось кишками наружу. На это нужно время. Что будет, если ты выберешься? Если уйду живым из здания Мёбиуса, то первым делом отключу чертов чип. Чип? Ну да. У всех членов Мёбиуса под кожу головы вживлен чип. Что-то типа идентификатора. Но гораздо круче. У всех это вообще у всех. От администратора до уборщика туалетов. И вы добровольно согласились? Ну, сотрудникам предоставляются льготы. Если у тебя есть чип, перед тобой открываются многие двери. Минус в том, что если проявишь неповиновение, они могут превратить твою жизнь в сущий ад. Будешь думать об этом, если выберешься. Выбраться я тоже совсем не против. Могу тебя прихватить, но не собираюсь тебя ждать. Я свалю, как только найду способ. Так что в твоих интересах подождать тут, пока я все закончу. Не могу. Я не уйду отсюда без Лили. Но если ты ее найдешь, то сможешь починить тут все и вернуться сам. Я бы лучше ушел с ней через запасной выход. Мёбиус хочет вернуть ее в систему Стэм. И кто знает, какие планы у них на меня. Вот если бы выбраться потихоньку,
Ну, по-любому, у меня работы по горло. Или запасного выхода не будет. Свяжем коммуникаторы. Позвони, как закончишь. Да, ладно. Желаю удачи. На черта здесь это понавешено. Проклятие. Лили внутри. Ты не оценил представление моей прекрасной обскуры. Может быть, это тебе понравится больше. Слушай. Нет, помогите мне. Мой главный шедевр еще не закончен. Но ты не достоин того, чтобы увидеть его, пока не научишься ценить мое искусство. Слушай, слушай эти вопли, эхо моих трудов. Ценить искусство, да? Пора проверить теорию Хоффман. Это и есть его шедевр. Это только фото. Я из тебя всю дурь вырежу. Ключ или еще что? Знатная система защиты. Покруче, чем в Fatal Frame. У тебя оружие есть. Не кричи. Я делаю из тебя шедевр. Ты станешь частью моей обскуры. Не такая податливая, как глина, и не такая твердая, как мрамор, золотая середина. Я не могу сосредоточиться. Скульптуре язык не нужен. Ладно, Хоффман. Надеюсь, ты права насчет уничтожения этих штук. Приступим. Уничтожить этот шедевр было даже приятно. Но это еще не все. Остался еще один. Покончим с этим. Отлично. Теперь смогу подобраться к его инсталляции. Черт. Может, удастся проскочить? Thank you.
их на время оставят в покое. С обоими шедеврами покончено. Должно сработать. Вернусь к театру и попробую попасть внутрь. Он должен быть где-то здесь. Ты посмел уничтожить творение моих рук? Думаешь, я тебе подчинюсь? Ты такой же, как они. Думаешь, что сможешь вылепить из меня что-то другое? То, что они здесь создали, просто великолепно. Но все впустую, потому что у них нет воображения. Потому что они не художники. Они хотят меня контролировать, манипулировать мной. Ты хочешь меня остановить, но ты проиграл. Потому что силой ядра я смогу творить вечно. Это то, чего я ждал всю свою жизнь. Обе свои жизни. Никакой борьбы. Никаких недалеких и самодовольных критиков. Никаких насмешек со стороны необразованных неофитов. Это то, чего я ждал всю свою жизнь. Это то, чего я ждал всю свою жизнь. Обе свои жизни. Это то, чего я ждал всю свою жизнь. Обе свои жизни. Никакой борьбы. Никаких недалеких и самодовольных критиков. Никаких насмешек со стороны необразованных неофитов. Никакого отрицания со стороны простолюдинов. Наконец-то я могу стать самим собой, настоящим художником. И в моем распоряжении величайший холст всех времен. Мир наконец услышит имя Стефано Валентини и замрет в восхищении. Что он творит с этими людьми? Хорошая была погоня. Но, увы, всему хорошему однажды приходит конец. Девочка, где она? Ты молодец, далеко зашел. Если бы упорство было видом искусства, ты был бы маэстро. Может, и не Микеланджело, но по меньшей мере Ван Гог. Хватит этой болтовни! Где она? Ядро в безопасности. Со мной. И я забрал ее по его приказу. Но когда осознал, насколько она сильна, как же я мог с ней расстаться? То, что я делаю, выходит далеко за рамки простой личной выгоды.
Он не смог бы этого понять. Он? Кто это он? Это не важно. Его уже скоро не станет. Моя же работа продолжится. У Пикассо был голубой период, а у меня сейчас начинается багровый. Черт! Нет! Хватит! Узри мое новейшее творение. Нет! Как красиво! Букет из плоти и крови! Чокнутый ублюдок! Возможно ли создать что-то прекраснее? Но я постараюсь. Ее страх всегда меня вдохновляет. Ничто так не возбуждает фантазию, как надругательство над невинностью. Ты ее не получишь! Тебе ее сила ни к чему. Ты неразумный неандерталец. В твоих руках она бесполезна. Как же это долго, нудно и скучно. Куда же ты делся? Что не может как бы не радоваться. Я могу вам чем-то помочь, детектив? Да. Замолчать, например. Вам предстоит одно из самых тяжелых испытаний в жизни. Готовы ли вы к этому? Надеюсь, что да. С вашей помощью. Вам потребуется не только моя помощь. Возможно, вам сумеют помочь и другие. Те, у кого та же цель. Я их еще не встретил. Если они вообще существуют. И я не могу их ждать. Надеюсь, что вы готовы. Вас еще так много гнева и неуверенности. Возможно. Но я нужен Лили. Я должен хотя бы попытаться. А если вы умрете? Это не входит в мои планы. Thank you.
слегка не туда пошел. Так, ладно. Иди сюда. Я тебя жду. Моя следующая работа будет потрясающей. Полное поглощение ее сил. Подчинение ее воли. Это будет искусство в его высшем выражении. Но какой смысл в искусстве, если нет публики? Так что для настоящего шедевра ты мне тоже нужен. Нет уж, это вряд ли. Согласен. Ты ведь мне уже поднадоел. Твоя смерть станет шедевром. Осталось только подписать его. Что за тобой? Я чую твою кровь, изысканно. Ты еще продержишься. От меня не убежишь. Иди сюда. Отличный снимок. Нет, уж меня так просто не убьешь. Нет, уж меня так просто не убьешь. Все, хватит с меня. Сейчас ты умрешь! Я тебя мокрого места не оставлю. Я сам с тобой разберусь. Только еще не успел. Ты уничтожил мое наследие. Посмотри,
Ты сделал шедевр из меня самого. Надо запечатлеть. Жаль, камеры нет. Куда она делась? Еще успею сделать один снимок. Лили! Не бойся, солнышко. Это я, папа. Нет, ты не он. Папа умер. Малыш, тебе так сказали. Но это неправда. Лили, прошу тебя. Выходи, Лили. Не нужно прятаться. Иди к маме, Лили. Я тебя защищу. Мира? Убирайся. Ты ее не получишь. Мира? Я буду снаружи на связи, а кое-кто будет с тобой там, внутри. Кидман. Она знала о Мире. Но я могу замолчать.